Кстати, такая сумочка станет отличным подарком для девушки, которая увлекается, а может быть даже профессионально занимается астрологией. Итак, нам захотелось поэкспериментировать с визуальным восприятием деревянных веток, подать их в каком-то более изящном и непривычном формате. Надеемся, у нас это получилось. Ваше мнение пишите, пожалуйста, в комментариях, мы с удовольствием их читаем. Ну и мы очень давно уже не делали сумочки из дерева, а это наша любимая тема. Смолу для заливки мы, как всегда, использовали от компании Экованна. В данном случае это смола для объемных заливок Art Massive. До 10 см за один слой, пузыри выходят самостоятельно, работать с ней одно удовольствие. И в этом вы сможете убедиться самостоятельно. Оформить заказ можно на сайте компании Экованна, ссылку оставляем в описании к этому видео. Также товары компании Экованна можно найти на Wildberries, Озон и Яндекс.Маркете. Ссылки в описании к этому видео. Музыку к нашим видео мы создаем сами, ссылка на наш второй музыкальный канал в описании к этому видео. Ну что ж, друзья, мы надеемся, что время, которое вы нам уделили, подарило вам порцию удовольствия и вдохновения. Делитесь этим видео со своими друзьями, и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.